Кто из нас не мечтал оказаться на шоколадной фабрике Вилли Вонка и вдоволь наесться этим лакомством? Приходя в магазин, мы часто кладем в корзинку или тележку плитку другую, не задумываясь о том, что надпись «Шоколад» на упаковке не гарантирует ее качество. Сейчас на полках супермаркетов представлен такой широкий ассортимент шоколада, что это порой сбивает с толку. Чтобы не тратить время на изучение состава каждой плитки, сразу обращайте внимание на цену. Настоящий шоколад никогда ни при каких условиях не может стоить дешево. Самыми ценными ингредиентами в шоколаде считаются какао-масло и какао-тертое. Если на упаковке указано, что они входят в состав, значит это не кондитерская плитка, а настоящий шоколад. Причем данные ингредиенты должны стоять на первом месте. Также в состав могут входить сахар, ванилин, сухое молоко. Допускается наличие лецитина, который выполняет роль загустителя. Чего не должно быть в составе, так это ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса, запаха и прочих стабилизаторов. Некоторые производители заменяют какао-масло его эквивалентом или пальмовым и кокосовым маслами. Вместо тертого какао добавляют какао-порошок. Это заметно удешевляет продукт, но снижает его качество. К сожалению, в магазине сложно оценить внешний вид шоколада, консистенцию и вкус, поэтому дома вас может ждать сюрприз, как приятный, так и не очень. Качественный шоколад отличается ровной глянцевой поверхностью и однородной структурой на разломе, если он не пористый. Ломается плитка с характерным хрустом. Если вы обнаружили на обратной стороне плитки небольшие потеки, это означает, что продукт был приготовлен по правильной технологии и в нем практически нет соевого лецитина. Матовая плитка говорит о том, что, скорее всего, при производстве использовалось некачественное или дешевое сырье, либо продукт неправильно хранили. Настоящий шоколад быстро тает, но если он стал мягким сразу же, как только вы взяли его в руки, это говорит о нарушении технологии производства. Если шоколад не тает совсем, это тоже плохой знак. В его составе, скорее всего, содержится очень много лецитина, который меняет структуру продукта. Вопреки распространенному мнению, шоколад с белым налетом абсолютно безопасен для здоровья. Он возникает в двух случаях – из-за кристаллизации сахара или какао-масла, что может произойти по причине неправильного хранения или нарушения технологии производства. Это только внешний дефект, который на самом деле доказывает натуральность продукта. На упаковке шоколадной плитки производители часто указывают срок хранения и срок годности. Казалось бы, эти понятия идентичны, но между ними огромная разница. Минимальный срок хранения означает, что в течение указанного срока шоколад сохранит первозданный цвет, вкус и запах. По истечению срока хранения какое-то время продукт еще можно употреблять, но если истек срок годности, шоколад есть категорически нельзя. Хранить шоколад следует вдали от солнечных лучей при температуре 16-18 градусов и влажности не более 75%. О пользе и вреде шоколада расскажем в одном из следующих выпусков программы «Жить легко».